прямыми дистрибьюторами на территории Российской Федерации. Ну, я постараюсь быть как можно более кратким, потому что здесь достаточно душно, и я это знаю по себе, потому что я четвертый день выставки провожу здесь. Я не то, что не видел еще выставку, я не видел даже нашего стенда, к сожалению. Сегодня с нами. Поэтому я надеюсь, что я сегодня хотя бы там на полчаса меня отпустят коллеги, пробежаться хотя бы по выставке, пока ее не демонтируют. Как вы знаете, Бакси за последние годы претерпела очень серьезные изменения в России. В 2015 году мы начали процесс трансформации представительства завода Бакси СПА в полноценную торговую компанию, которая является стопроцентной дочкой нашего холдинга БДР Термия Групп. БДР Термия Групп – это европейский холдинг, входящий в тройку лидеров рынка отопления, в который входит несколько крупных европейских заводов отопительного оборудования, в который входит в том числе и завод Бакси, находящийся в Италии. Несмотря на то, что Бакси, с какой страной у вас ассоциируется? Италия. Италия, да, это итальянский завод, итальянский продукт, все котлы сделаны в Италии и так далее. На самом деле марка несет свою историю из Англии. Господин по фамилии Баксендейл организовал производство, и потом уже постепенно производство расширялось и развивалось. До сих пор в Англии находится, наверное, один из наших крупнейших филиалов Бакси UK Heating, далеко, по-моему, от Манчестера, если я не ошибаюсь, хотя могу путаться. И английский рынок сам по себе является одним из крупнейших европейских рынков. Более миллиона газовых котлов в год, на фоне там 500-600 тысяч котлов в России. Но тем не менее, если говорить о заводе Бакси СПА, чья продукция является основой нашей линейки в России, это один из крупнейших, ну, наверное, даже крупнейший европейский завод-производитель газового отопительного оборудования. Так вот, с 2015 года мы начали процесс трансформации нашего бизнеса из представительства в торговую компанию, потому что мы понимали, что это путь, который жизненно необходим нам для дальнейшего развития бизнеса в России. Кризис, падение покупательской способности, необходимость приблизиться к нашим заказчикам, приблизиться к нашим покупателям и партнерам заставило нас сделать несколько таких достаточно радикальных шагов в нашем бизнесе. Появление торговой компании ознаменовало открытие складов в Подмосковье и перевод всей логистики, всех импортных операций на торговую компанию БДР Термия Рус. На самом деле государство, оно уже достаточно давно подталкивает крупных европейских производителей на переход на самостоятельный импорт всего оборудования. Ну, не секрет, что многие российские компании в попытке немножко заработать чуть больше денег, они начинают оптимизировать свои логистические налоговые схемы. Государство, естественно, на этом теряет деньги, это пенсии, это дороги, которых у нас нет и так далее. Когда этим занимается сам производитель, как правило, это означает, что государство сполна получает все поступления в бюджет. Ну и, собственно, бизнес становится чуть более прозрачным. 16-17 год – это два года, когда мы полностью отработали в качестве торговой компании. И уже можно делать какие-то выводы из того, что мы сделали. Но мы видим, что на таком достаточно тяжелом, непростом рынке, который только-только начинает немножко восстанавливаться после кризиса, мы показали очень хороший рост. Мы показали его за счет того, что мы начали менять нашу линию. Мы начали оптимизировать, мы начали, может быть, убирать излишние модели. Бакси многие годы славилась самой большой линейкой продуктов на рынке. С одной стороны, это здорово, можно похвастаться, показать, какой у нас толстый потолок и так далее. С другой стороны, это тянет за собой дополнительные проблемы для наших сервисных партнеров и продавцов, которые начинают просто элементарно путаться в линейке. Они не понимают, зачем несколько продуктов в одном и том же сегменте. В 2016 году был запущен котел, который, наверное, впервые был создан под реалии российского рынка. Это котел ЭКО-4С. Сегодня во время экскурсии по нашему стенду мы остановимся, наверное, на нем чуть более детально. На самом деле это была целая линейка новых котлов. ЭКО-4С предназначена для розничных продаж и ЭКО-Хоум оптимизированный для поквартирных решений. Когда мы ставим сотни котлов на целые кварталы, которые отапливаются самостоятельно в каждой квартире. Этот котел был создан с учетом нашего 15-летнего опыта работы в России, с учетом тех реалий, которые есть у нас и по газу, и по электричеству, и по всем остальным нормам и СНИПам, которые есть. На фоне того, что Европа постепенно отходит от котлов обычной производительности и уходит в сторону более энергоэффективных решений на базе конденсационных котлов, безусловно, для нас был большой прорыв, что мы смогли убедить Европу произвести для России специальную новую модель.
16-17 год показал, что эта модель очень себя хорошо зарекомендовала и стала бестселлером нашей линейки. Помимо этого, мы прекрасно понимаем, что нам нельзя стоять на месте, и мы развиваем инновационные продукты. На выставке сегодня представлена новая линейка наших напольных конденсационных котлов, которые полностью в этом году сменят текущую линейку. Мы становимся умней, мощней, чище, экономичней, лучше, красивее, понятней. Появление торговой компании позволило нам также отойти от того ассортимента, который есть только у завода «Бакси». У нас появилась возможность запускать какие-то новые продукты, которых нет у группы вообще. Одним из таких решений стало решение под названием «Зонт». Я думаю, все его знаете прекрасно, да? «Зонт H1P» — это решение, специально созданное с учетом пожеланий и требований как по котлам «Нидитфиш», так и по котлам «Бакси». Ну, наверное, я хотел бы еще раз сказать, что 2017 год стал для нас очень успешным. Мы показали прекрасный рост по всем категориям продуктов. По некоторым мы возвращаем ранее утерянные позиции, по некоторым мы продолжаем завоевывать новые позиции. Здесь хотел бы отметить то, что в 2017 году у нас был более чем двукратный рост по поставкам бойлеров из нержавеющей стали «Премьер Плюс». Этот продукт производится на нашем английском заводе «Хитросайдл», который входит в группу БДР «Терме». И продукт действительно уникальный, интересный, его отличает 10-летняя гарантия. У нас на стенде представлен один из образцов, он даже разрезан. Можно посмотреть его внутренний богатый мир. И в этом году, в ушедшем 2017 году, мы отметим, наверное, 5-кратный рост поставок газовых колонок. Продукт, который понятен и известен многим поколениям советских людей еще с домов, построенных в 60-е годы. Но, тем не менее, и здесь мы нашли ту нишу, которая востребована нашими потребителями, которые хотят видеть у себя на кухне продукт с шильдиком «Бакси». Ну, наверное, я сейчас не хотел бы вас больше здесь задерживать в этой комнате, потому что здесь становится душно. Да, и, наверное, верно, мы да. тогда перейдем сейчас уже к стенду и посмотрим на него вместе. Определяют, какой тип газа, они сами определяют, какое давление, какая длина дымовых труб, и сами делают свои настройки. Вот это огромнейшее преимущество бытовых котлов, почему бытовые конденсационные котлы у нас любят монтажники, по сравнению с другими, не нужно сложных газоанализаторов. Это раз. Ну, естественно, они как в обычном исполнении, так и с бойлерами, больших вариантов. Если же говорить о новинках этого года, то мы конденсационные котлы продолжаем, настенные, которые так популярны у нас в России, вплоть до 150 кВт, то есть 130-150 кВт. Конденсационные котлы, которые могут повеситься на стенку, представьте, три вот таких вот ящика, и у вас котельная на пол мегаватта. Это огромнейшая цифра. Это пол мегаватта, это у нас получается, ну сколько? 5000 квадратных метров можно отопить, если поставить каскад из трех вот таких вот котлов. Это что касается настенных котлов. Дальше из новинок, если нам требуется еще больше мощности. Давно зарекомендовали себя котлы не просто бытовые, а более промышленного плана с силуминовым теплообменником. Это котлы, которые уже работают много лет, тысячи котельных в России работают на этих котлах, также в каскадах работают. И в этом году мы котлы с силуминовым теплообменником, мы гамму увеличили, если быть точнее, уменьшили, ушли в другую сторону. Раньше у нас было до 600 кВт новинки прошлого года, а в этом году мы снижаем эту гамму, модельный ряд, до 100 кВт. Это что касается конденсационных котлов с силуминовым теплообменником. И естественно, так как мы все время обновляем наш модельный ряд, то и конденсационные котлы стандартные напольные, хотя их продается немного по сравнению с настенными, настенные котлы более популярны в России, мы также обновляем модельный ряд, чтобы они стали еще более умными, чтобы уже внутри имели готовые каскадные решения и хорошо присоединялись. Это все, что касается конденсационных котлов,
То есть именно того, что у нас сейчас продается как наши флагманы. Там, где необходимо показать товар лицом, там, где необходимо сэкономить газ, вплоть до 35% этот газ можно сэкономить. Там, где нужно котельную большой мощности установить в минимальные размеры. Там, где можно управлять котлами через интернет, если вы повернетесь вот этому стенду. Это то, что мы продаем как флагманы. А теперь я Андрея Фомина хочу попросить рассказать о том, что является нашим основным бизнесом, нашим хлебом. Ведь не секрет, что кроме флагманов нужно продавать то, что доступно каждому потребителю у нас в России. Мое имя Андрей, я уже 14 лет работаю в компании Vaxi, и я продукт-менеджер на данный момент, да, то есть отвечаю за определение новых продуктов, да, за развитие. И вот одна из наших интереснейших новинок, а как вы поняли, в этом году у нас колоссальное количество новинок, да, как никогда много представляем, что новых котлов, новых бойлеров и так далее. Это вот наш котел Эко-Классик, котел, новый котел для квартирного отопления. Андрей, чуть погромче. Ну, значит, как видно из названия, этот котел имеет очень классическую конструкцию. Вы видите, здесь ручки, простая, проверенная временем, надежная панель управления. Значит, для чего вообще мы представляем такой котел? Потому что уже много лет на российском рынке у нас есть котел для квартирного отопления Эко-Холл. Эта новая модель нам позволит конкурировать там, где компания Vaxi раньше конкурировать не могла. Да? То есть здесь будет еще более интересная цена. Но при том, что этот котел, конечно, относится к классу компактного бюджетного оборудования, специально для поквартирного отопления. То есть он не появится в рознице, он будет только поставляться на проекты. При всем вот этом, этот котел достаточно интересен технически и очень хорошо оснащен. Ну, во-первых, у него два теплообменника. Это основной медный теплообменник с покрытием с алюмином для увеличения жаропроточности. Это пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали. Это, например, вентилятор итальянской компании SIT. Насос компании Grundfos с напором 5 метров. Ну и газовый клапан Hanwell, электронная плата производства компании Hanwell и другие компоненты от ведущих европейских производителей. То есть, как обычно, несмотря на то, что компания Vaxi, конечно, стремится конкурировать в сегменте массовом, иметь котел с очень хорошей доступной ценой, все равно мы не идем на компромиссы и, в общем, предлагаем наиболее лучшие решения с точки зрения надежности, простоты в обслуживании, в эксплуатации, ну, установки, опять же. Возлагаем очень большие надежды на эту модель, что это станет действительно массовой моделью, и, в общем-то, мы сможем конкурировать там, где раньше никогда и не пытались. Да. Также хочу представить другой наш продукт, который появился в прошлом году. Это эмалированный бойлер. Ну, соответственно, на этой выставке мы выставляем впервые. Вот мы начали продажу. Впервые здесь его выставляем. Значит, тут ситуация еще интереснее. Vaxi много лет, последние 10 лет, очень известна своими бойлерами из нержавеющей стали. Ну, вот модель Jupiter Plus, она представлена, и мы один из лидеров рынка как раз бойлеров из нержавеющей стали. Но бойлера из нержавеющей стали – это продукт премиальный, и рынок там вполне определенный, да, он небольшой. А нам много лет как раз был нужен массовый продукт, с которым мы можем продавать большие количества бойлеров и занять лидирующие позиции, да, именно на рынке массового продукта, где нужна хорошая цена. Это вот как раз стальной эмалированный бойлер UBT. Это наш новый продукт, с которым мы работаем. Значит, ну что отличает этот бойлер? У него достаточно хорошая 50 мм теплоизоляция. При этом она мягкая, то есть это достаточно большое преимущество, мягкая теплоизоляция с покрытием с имитацией кожи. Что это нам дает? Ну, любые какие-то транспортные проблемы, да, где-то стукнули, потерли и так далее, все это на нем не останется, потому что теплоизоляция мягкая, она все это дело скрывает. А здесь интересная достаточно конструкция, бойлера оснащены магнумом-анодом для защиты от коррозии.
И вот вы видите, здесь есть возможность установки электрических тенов. Достаточно хороший ассортимент электрических тенов, 5 моделей, совершенно разных мощностей, от 2,5 до 12 кВт. И эти электрические тены, так же, как и сами балера, имеют очень хорошую доступную цену. В общем-то, все это, я думаю, наши потребители очень оценят. Котла мощностью 50 кВт, соответственно, суммарной мощностью 100 кВт. Также здесь представлены наши фирменные гидравлические аксессуары. Все, что здесь показано, это аксессуары от Baxi. Данная установка чем хороша, то что с точки зрения компактности это идеальное решение. Подобным образом можно разместить несколько котлов на одной стене. Между котлами всего лишь 2 сантиметра расстояния. Также с точки зрения экономии затрат можно несколько котлов, до 6 котлов подключать к одному общему полипропиленовому дымоходу. И если мы используем гидравлику Baxi, соответственно, как вы видите, пространство свободно, к котлу можно подходить свободно, ничего не мешает, все расположено компактно, аккуратно. И в том числе вот такие вот гидравлические решения на базе гидрострелок мы тоже можем предложить нашим партнерам. С точки зрения автоматики, Baxi сотрудничает с компанией Siemens. Автоматика конденсационных котлов позволяет подключать до 16 котлов один общеуправляемый каскад, подключать многозональную установку с помощью дополнительных модулей расширения. То есть в теории мы можем с учетом мощности котлов до 100 кВт получать установки больше мегаватта мощности, а с учетом того, что линейка расширяется до 150 кВт, в теории мы можем создавать каскадные котельные на базе настенных котлов мощностью около 2 мегаватт. То есть назначение таких установок это уже либо какие-то административные здания, гостиницы, крышные котельные жилых домов, торговые центры, да, то есть область применения очень широкая. Вот. Ну и никто, соответственно, не мешает такие котлы ставить в одиночном исполнении. Это, соответственно, загородные дома, коттеджи, дачи, то есть там, где нужно отопление и горячая вода. Да, то есть данная установка спокойно работает с любым бойлером, ну, естественно, здесь показан Baxi, любой мощности. И если ставить задачи диспетчеризации, то поскольку Baxi использует автоматику Siemens, у Siemens есть в каталоге устройство для дистанционного контроля и мониторинга. Это веб-сервер, то есть по сути это полноценный компьютер, который подключается к автоматике котлов и позволяет что делать? Позволяет делать мониторинг, то есть отслеживать все состояние работы котлов. И при необходимости вносить изменения в настроечные параметры. А также в случае аварии, да, одного из котлов, либо каких-то контуров, он передает по средствам интернет-соединения сообщение о неисправности. Да, то есть какой котел вышел, по какой причине, соответственно, все это отслеживается. И еще одно из преимуществ такой диспетчеризации – возможность создавания вот таких вот схем, на которых, в принципе, человек, даже не владеющий какими-то навыками работы с конденсационной техникой, может, так сказать, распознать состояние системы. Работает или не работает котел, какие температурные характеристики у системы, да, на гидрострелке, уличная температура, то есть все, что необходимо, можно вынести на один экран для конкретной установки. Вот. И можно это использовать в качестве решения для смартфонов, да, то есть есть мобильное приложение от Siemens, либо на экране компьютера, либо на ноутбуке. Ну и пару слов, собственно, о самих конденсационных котлах. С точки зрения экономии, да, газа, с точки зрения экономии пространства, с точки зрения веса, это оптимальное решение для отопления больших зданий, больших помещений, потому что экономичность этих котлов уже неоднократно проверена на российском рынке, да, то есть мы имеем опыт большой по разнообразной географии установок. И с точки зрения компактности это идеальное решение, и в том числе удельного веса на перекрытии. Да, потому что любой конденсационный котел, удельный вес примерно 1 кВт весит 1 кг. Да, то есть, допустим, 100 кВт котел спокойно может поднять там, 2-3 человека по весу на стену. Это удобно, это хорошо, особенно это касается крышных котельных, да, где есть проблемы с подъемом, где есть лифты, да, не каждый котел можно поднять на высокий этаж. Вот. А здесь мы, собственно, в России это активно уже применяем несколько лет, и география, как я сказал, объектов очень большая.
отзывы только положительные. Фамилия моя Тюза, я сотрудник Московского офиса технического отдела. И хотел бы рассказать вам о новинке, о нашей новинке, об устройстве дистанционного управления и диспетчеризации наших настенных котлов. Основная линейка котлов ВАЗ настенных всегда имела возможность диспетчеризации, в основном использовалась релейная диспетчеризация. С появлением данного аксессуара, ZH1QF, у нас появилась реальная возможность диспетчеризировать котел с помощью цифровых технологий. Данное устройство поставляется полностью комплектовано, имеет в комплекте сим-карту, антенну, специальный разъем для подключения к котлам ВАЗе. Установка данного устройства очень удобна и элементарно можно смонтировать как на батарейку, как представлено на стенде, но также имеет крепление на стену, что, скорее всего, будет очень удобно в частном домостроении. Данное устройство хорошо адаптировано для управления однокотловыми установками, то есть это частные дома, квартиры. И с успехом выходит котел в личный на управление, на дистанционное управление, на планшет, мобильное приложение или же через веб-приложение, через браузер. Принцип работы данного устройства в качестве выхода в интернет используется GSM-сигнал, сим-карта устанавливается в устройство, устройство регистрируется, проходит легкую регистрацию на сервере, на удаленном сервере, и пользователь встречается с устройством через приложение именно на сервере. Сервер находится в России, вот, сбоев никаких не было, и вот за успешное время применения данного аксессуара у нас никаких трудностей по управлению котлом не встречалось. Какие же функции, какие же преимущества имеет данное устройство? Цифровое управление позволяет не просто включить или отключить котел дистанционно, оно позволяет нам иметь обратную связь по состоянию котла, по работам, по температуре, по давлению, позволяет выбирать оптимальный режим работы, регистрировать все состояния котла в виде графиков, вот, и просматривать потом, выводы какие-то можно сделать, оптимальный режим, не оптимальный подобран для помещения. Вот, данное устройство к нему можно подключить до 10 цифровых датчиков температуры и контролирует до 10 точек, получается, зон, контролирует управление, будет производиться по одному датчику температуры, но их можно, в принципе, изменять легко в интерфейсе, то есть никаких трудностей нет. Элементарное управление режимами работы котла вот здесь на видеоряде демонстрируется. Можно дистанционно управлять температурой в бойлере, отключать или включать полностью бойлер на время отсутствия человека именно в доме, в квартире. Поэтому применение данного аксессуара является очень современным решением и актуальным для нас и для наших потребителей.